В период вынужденных выходных Национальная библиотека Республики предлагает не читать книги, а слушать. Аудиокниги на чувашском и русском языках можно найти на официальном сайте Национальной библиотеки. Здесь представлен аудиодиск «Читаем нам и потомкам», где представлены самые лучшие произведения, которые прошли конкурсный отбор читателей и стали победителями ежегодного конкурса «Самая читаемая книга года». Среди авторов это Улька Ильмень, Марина Корягина, Ева Лисина, Светлана Гордеева и многие другие авторы. А также мы предлагаем и аудиодиски, аудиоиздания для детей, для подростков, для молодежи. Аудиодиск «Читаем детям о Великой Отечественной войне» представлен на русском и чувашском языках. В первый выпуск вошли произведения чувашских писателей Петра Хузанкая и Якова Ухсая. Второй выпуск посвятили 75-летию Победы. На сайте библиотеки также можно найти книги из коллекции «Литературная палитра». 100 книг для прочтения, где представлены произведения 100 авторов на русском и чувашском языках. Прослушать аудиодиски может каждый. Если нет регистрации на сайте, то посетить его можно в качестве гостя.